Тобольском районе сохраняется высокий класс пожарной опасности. С утра и до захода солнца ведется патрулирование с воздуха, чтобы вовремя обнаружить очаг возгорания и приступить к его ликвидации. В нескольких населенных пунктах локализуют возгорание. На данный момент еще действуют в районе деревни Нерда, в районе деревни Старый Каишколь, потом в районе Мирим, пожар лесной. Дальше Нижнее Ревзянское сельское поселение, еще действует лесной пожар. И в районе Нацов, на левом берегу реки. Чаще всего возгорания происходят в поймах рек по вине людей. Из-за ветра и засухи низовые пожары быстро переходят в верховые. Бороться с ними чрезвычайно сложно. За несколько лет образовалась очень мощная подушка сухой травы. А в этом году ситуация такая, что воды в реках намного меньше, чем в прошлых годах. И осадков, как вы видите, тоже нет. Поэтому эта подушка просохла до самого низа, земля тоже уже оттаяла, с воздуха прям видно желтые поля. Этой весной в Тобольском районе зафиксировано 28 лесных пожаров. 20 из них произошли в труднодоступных местах. Десантников пожарных туда доставляли с помощью авиации. Обстановка с природными пожарами сложная на всей территории области. Напомню, что с 11 мая в регионе введен режим ЧС. Посещение лесов категорически запрещено.